Bonjour. Mon enfant. Зачем приехала? Соскучилась. О, я слетала рада, когда ты такое устроила. На глаза бы постыдилась показывать. А я и стыжусь. Приехала все-таки. Приехала. Я Мише сигареты болгарские купила, БП. Он на советские перешел. Ну, вот там в Руслановке очередь была, я думала. Ладно, оставь. Пойдем на кухню. А что? Миша дома? Спит. Господи. Опять? Что опять? Я ничего не говорю. Я ничего не говорю. Нет, говоришь. Пойдем, я тебя покормлю. Сейчас, подожди, дай отдышаться, господи. Ой. Ну, долго я на тобой стоять буду. Иду. У меня там суп гороховый варится. Иду, иду. Миша любит. Слушай, ну сейчас в электричке я ехала. Думала все. Я думала, что уху просто не выживу. Такая давка, это какой. Какой ты кошмар просто. Какой ты ужас. Рыбки немножко оставила. Ну да. У Миши давали к празднику, сказал тетю Дашу. Власти. Ой. Ой. Так он добрый. А что не так? Все так. Все так. Вымой. Слушай, я здесь на кухне, а то Мишке ванна понадобится. Ну, что хорошего в твоей Русановке? Дом ты еще не спалила? Господи, что хорошего может в моей Русановке? Сидишь, сидишь, целый день одна, как пес. Всякую гордость забудешь. А чего ты телевизор не включила? Барахлит что-то. Я его попозже, когда время или фильм какой. Жалко. Я последний раз награждение космонавтов не успела посмотреть. А я и не заметила, какая ты сегодня красивая. Да. И мамочки на камее. Единственное, что осталось от мамочки у меня. Как будто у меня много. Нет. Не просто ты сегодня пришла. Не просто соскучилась. Да? Да, помню, что вечером должен звонить Виктор. Вот. А то, что касается этих безделушек, так ты же все... Лиде даришь. Все в хорошее хочешь попасть. Не зли меня, не зли меня. Каждый раз даю себе слово не обращать на тебя внимания. В сущности, единственная радость в жизни осталась вкусно поесть. Не торопись, подавишься. Смотреть противно. Была я сегодня в одном месте. Где это? Ну, дай чаю. Я спрашиваю, где была? Справки нужно было кое-какие достать. Какие справки? Ну, должна же я что-то делать со своей квартирой. С какой квартирой? Ну, не могу же я на старости лет одна. Ты опять сначала. Без удобств тебя, конечно, не понять, потому что у тебя все есть. Мне полагается. Что тебе полагается? Что тебе полагается? У тебя была своя комната в Ангарске, ты ее что в Ангарске? Бросила. Что в Ангарске? Вы здесь все, Виктор, внуки, а я там. И потом, ты же знаешь, что Ангарск сюда не поменять. Люди как-то меняются. Господи, да что вспоминать-то, когда это...
каждый твой приезд год здоровья для меня потерянного. Виктор с того раза как вот уехал, так ни слуху, ни духу. А ты знаешь, какой он аккуратный? Либо письмо, либо позвонит, а уж в субботу обязательно. Это все Лида его настраивает. Да при чем здесь Лида? Это как раз страдалица вроде меня. О, прямо сейчас. Грех тебе себя-то страдалицей называть. Чего тебе? Таких двух сыновей подняла. Таких удачных. Иногда кому рассказываю, в очереди не верят. Одна дама в молочной так ехидно мне говорит, а что, они особо гении, что ли? Я говорю, почему гении? Ну как же, один большой начальник, другой журналист, а уж в семье всегда один да никудышный. А я говорю, да, вот так случилось, что оба хорошие. Ты ешь, ешь. Угу. Масло-то он. Возьму. Что, не нравится, что ли? Да нет, просто аппетита нет. От усталости, наверное. А, помру скоро. Никому я не нужна. Как это не нужна? У тебя сын, Виктор. Какой у меня сын? Ты его воспитал, он тебя мамой называет. Мне не дозволено. Ой, не стыдно тебе, как у тебя язык-то поворачивается. Уж Виктор-то к тебе плохо относится. Я уж не знаю, как он ко мне относится, но помирать-то мне все-таки видно одной. В одиночестве в Русановке ты проклятый в конуре 20-метровой. Ну, там и кухонька есть. Тебя бы в эту кухоньку. Куда? Куда я тебя возьму? К Мише в комнату, что ли? Или спать в одной постели вместе? Ну, хватит, хватит. Всю жизнь за всеми ухаживаю. Хочу умереть спокойно в своем углу. Да я к вам не хочу. Ну, куда ты хочешь? Куда? Что, к Виктору, что ли? Да ему же квартиру в Москве еще больше. Дашка, дождешься ты у меня квартиру. А ты ему кто? Ты-то здесь при чем? Сама говоришь, что мать. Так-то мы с тобой знаем, что мать. А по документам его тетка. О-ля-ля. И фамилии у вас разные. Это условности света, как говорил папа. Где ты все-таки сегодня была? Справки были нужны кое-какие. Сколько раз тебя просить, не вороши прошлое. Детям жизнь загубишь, Виктору тому же. Ведь начнут копать, откуда, Боже, что ну метрики разные, хранятся же не где-то. Ну неужели тебе сына собственного не жалко? Тихо. У него сейчас такой ответственный момент, в Москву переводят. В Москве? Ведь такие люди, как он, должны быть самые-самые без сучка и задоринки. А вдруг всплывет чего? Ну, прям сейчас. Найдутся ну, люди, конечно, чтобы конечно. Воспользоваться, потопить. Ну, тайны какие, ужас. Прям. Мы с тобой свою жизнь прожили. Хорошо ли, плохо все было. Пусть с нами останется, пусть детей не тянет. Я уже заявление оставила. Кажется, я могла бы тебя убить. На, убей. Какие-то мушки перед глазами. Чего? Что? Господи. Господи, где у тебя лекарства? На какие лекарства? Пусть тебя. Ну вот. Но у меня вот точно так же. Не пугайся, у меня точно так же. Я ночью не сплю. Вот начнется, думаю, умру. Я ночью думаю, умру, не сплю, и глаза когда будет. Миша задерживается. Все, все, все. Дверь хлопнет, думаешь, он нет. Все. Так до 4 часов все. Проворочаешься. Все, мой хороший, все. Что? Куда? Ну куда? Сиди ты, ну сиди. Господи. Жениться ему надо, жениться. Это не моя забота. Господи, 33 года. Ну что же это такое? Ну что, Арсений Васильевич, сколько? За 40 было, когда он... Что, Арсений Васильевич? Миша в него пошел. Когда это было? Это было другое время, обстоятельства. Форс-мажор. Это же была империалистическая, гражданская революция. Некогда было.
Не до того. Не до того. Не до того. Ты скольких лет замуж-то выскочила? А, пардон, 19. Как мамочка просила, умоляла закончить университет. Нет. Огнивцев, конечно, интересный кавалер был. Интересный красавец. А как же это ты... Никогда не могла понять, ты же у нас в ЧК работала. Что? Ты же у нас в ЧК работала. Ну, не работала. Ну, с третьего курса юридического факультета взяли. Ну, ты это правильно, я работала, как все. Не скучала. Никогда не могла понять. Такая-то у нас была революционная семьей. Со знакомыми порвала, университет бросила, в партию вступила, и вдруг Огнивцев. Я не понимаю, как у тебя суп гороховый такой вкусный получается? Миша научил. Последний момент тертый сыр добавлять. Вот не выскочила бы ты замуж за Огнивцева, все бы тебе сейчас было. И прописка, и персональная, и пенсия, и стаж. Все, в могиле бы лежала давно, и кости бы уже сгнили. От расстрела он меня спас. Еще счастье, что у меня за мной особых дел не было. Да. Ну, бы расстреляли, если бы он не женился. Я не понимаю, ну как это вы сейчас рассуждаете? Ну как это? Красные и белых, белые и красных. Тогда все по-другому было. Все по-другому было. Были и те, и другие. Все было одинаково. Папа наш кто был? Белый, красный? Он был князь. А деньги на революцию давал. Унгерну морду набил, помнишь? Когда увидел у него перстень из реквизированных. Петербург. Ну, а Толя? Толя Агнерцев. Боже, демократ из демократов. В Геттингене учился. Ну и что? Увидел первую большую настоящую кровь и испугался. Бросился к мундирам, к дисциплинам, к белым, к молебнам. Потому что это было естественно, это было ближе, знакомо. А я в каталажке сижу, смерти жду за идею. И вдруг Толя, господи, милый, знаком, до маникюра, до милого заика. А как он Надсона читал, помнишь? Как умел. Мне кажется, все-таки я его любила. Любила. Папа говорил, лучше бы она умерла, чем связалась с этим извергом. Папе легко было говорить. Он всегда был над всеми. Над белыми, над красными. И вообще он меня не очень-то баловал. Ты первый от нас отказалась. Боже мой, да время было такое. Время было... Но ты же другое поколение, ты же ничего не помнишь. Мы жили революцией, как мы ждали ее. Мы же были пропитаны этой идеей. Мы же... Обстановка была какая-то, студенчество, дом, папа. Ну... По-другому просто было нельзя, это был новый том. Это уже потом, когда все покатилось, поехало, немногие выдержали, а тогда... О, значит, идейная была, да? Ну, как сказать? Что? Что? Да плевать тебе было на революцию. Это все амор-пропр, самолюбие одно. Тебе лишь бы покрасоваться перед тем городом. Ах, Пашенька, Красакова такая закаточная, страстями живет. Всегда в центре внимания. То в кожанке с красным бантом, то в ложе с Агнивцевым в платье из Токио. А помнишь, как папа его чуть с лестницы не спустил, когда ты его к нам привела? А чего мне стоило, чтобы потом папу за это не преследовали? Папу князя. Папу князя. А? Ведь век прожит. Подумай, целый век. Вся жизнь. Ой, вся жизнь, вся жизнь, вся жизнь. Вот так вот сидишь дома, темень за окном, поезда стучат, и гонишь, гонишь от себя воспоминания. Они не уходят. Вся жизнь, и в конце за все за это
ни угла собственного. И глаза закрыть некому. Ну ладно, начинай. Да, ты... Ты другая была. У тебя муж всегда, обед, дети. А я... Тебе всегда все мало было. Ой, перестань. Свою жизнь сгубила. Перестань, ты никогда, мне, ты никогда меня не понимала. Делали, никогда. Конечно. Нет. Только знаешь ли, сейчас мы не о себе уже думать должны. Выглядит он неважно. Стареет, что поделаешь. Да. Мы о себе никогда не думали. Уж про тебя от этого не скажешь. Как тебе язык поворачивается такое говорить? Ну что, красиво, легко жила. Знала, на что идешь. Я виновата была, что во время революции училась в университете. Ну, ведь многие учились, только не все в ЧК работать бросились. А что ты мне все время ЧК попрекаешь? Что ЧК? Была я сегодня там. Запрос сделала, чтоб мне стаж восстановили. Не может такого быть. Не может такого быть, чтоб все бумаги пропали. А ты запроса не сделала, что женой палача была? Что его на твоих глазах расстреляли? А ты видела? Ты видела, как на твоих глазах расстреливают любимого мужа? Когда-нибудь? Ты видела? Ты Витьке. Витьке или Мише? Рассказывай про эти чудеса. Я ведь тоже жизнь прожила. Только крови на моих руках нет. Чекистка выискалась. Воспитали ее, видите ли, так. Да тебя порядочным человеком воспитывали. Уж у тебя-то все было, и семья, и няни, в заботанных матах не ходила, в гимназии Даша училась. Даша всегда во всем была. А женихов отбоя не было. Даша, и в кого ты такая уродилась? Даша, прямо... ужасная. Даша, все, никогда Даша, не могла все, понять. Даша. Мать с отцом ты ведь угробила. Ты угробила. Где ты вступаешь, там обязательно кто-нибудь погибает. Вот начиная с Агнецева. Но он же зверь. Он стал зверь. Зверем. Стал зверем. А ты... И ты в этом виновата. Ты его жена. Ты жена. Ты самый близкий друг. Что в Красной армии одни ангелы были? Ну, не знаю, судя по Арсению Васильевичу. Ну, Арсений Васильевич у нас это особый. Таких, как Арсений Васильевич, просто нет. Это один из тысячи. Да он к началу революции уже был сложившимся человеком. Он же еще с его характером. Это можно, это нельзя. А революция это для молодежи большой искус. Я всю жизнь большой искус. О, кербонаде! Страшно иногда с тобой. Вроде в одной семье воспитывались, от одной матери рождены, а как с разных планет. Мы с тобой действительно с разных планет. Я такая коса до пояса, глаза зеркальные, прям нет мира сего. А сложилось-то вон как. Да. Да. Я помню, из Сибири возвращаюсь в теплушке. Вы где-то потерялись, то ли расстреляны. Жена белого офицера, большевикам возврата нет. И говорю сама себе, вот, Даша, кончилась революция, кончилась гражданская война. Все чего-то достигли. Вот тебе ближе бы достичь чего-нибудь. Всех где-то ждут, а ты... Бывшая чекистка, бывший член партии, бывшая, а теперь обывательница с незаконченным университетским образованием. А кто тебе не давал?
Мамочка как убивалась, упрашивала. Бедная мамочка, бедная мамочка, господи. Мы же с Валерьяновичем были в 37-м году в Кисловодске у нее. А через год она умерла. Господи, сейчас, наверное, уж могилу не найдешь. Вспомнила. Мамочка одна умирала. Папа. Разбросала всех в разные стороны. Папа на 2 года ее пережил. Вы взрослые люди, у вас своя жизнь. Я смотрю на мир другими глазами, меня здесь ничто не держит. И все за тебя переживал. Слушай, насколько мы-то их пережили? Это же ужас. Им же приключениями, приключениями жила. А я с 15 лет отца и мать кормила. Отца же никуда не брали на работу, он лишенец. Мама больная, я что могла? Шишкину в лесу собирала. Потом ученица пошла на машинистку. У меня одна блузка была единственная, я ее с вечера постираю, а утром не просохшую одеваю. Все на обед идут, а у меня не на что. У меня такой бухгалтер был, старенький такой. Троицкий его фамилия. Мне булку подвигает, а я краснею не беру. Я не понимаю, почему вот отец не эмигрировал. У него же в банке оставалось за границей что-то. Не эмигрировал! Ой. Помнишь, как он говорил, когда пожар в твоем доме не бегут, а стараются спасать, что можно вот так? Вот я считаю, что на первом этаже жить не очень удобно. Вон люди заглядывают, и ты кричишь, как сумасшедшая. Не обращать внимания. Мне бы сейчас на какой-нибудь четвертый не подняться. Да. Сколько раз на дню выскочишь, что одно нужно, тут другое. Ты у нас всегда была любительницей пиры-то закатывать. А к тебе только поесть и ходят. Ко мне-то он не больно затащишь поесть. Русалов подумаю. Я же приходила. Ну, милый мой, ты сестра. Иногда думаю, несчастный ты, Дашка. Почему? Не знаю. Все равно несчастная. А, да вот ты меня и простила, что я приехала к Виктору. Никто бы никогда тебя пальцем не тронул, если бы ты сама всюду не лезла. И в революцию, и в 37-м, и когда с завода тебя выгнали. Тебя же всегда откуда-нибудь выгоняли и сажали. А в чем же я виноват? Неудовлетворенность в тебе какая-то, что ли? Да, а в тебе нет. Да по-разному. Только знаешь ли, у меня всегда кто-нибудь на руках. Или родители, или Виктор, или Арсений Васильевич больной. Это некогда мне было о себе думать. За всю жизнь. Ты знаешь, мне иногда казалось, вот отпусти руки, и весь мир рухнет. Не знаю. Не знаю, как ты ухитрилась всю жизнь за чужой спиной прожить. За своим старым большевиком. Не знаю. Да, кстись ты, Даша. Не хочу на тебя злиться, и все равно зло берет. Позавидовала. Арсений Васильевич, сколько лет болел, как мы перебивались, 2 детей. Ты знаешь, такое 2 парней вырастить? Копейки лишней в доме не было. Что он мог заработать-то? А ведь 3 мужиков, и ходить, обуть, накормить, обстирать надо. 14 человек в квартире, на той конфорке тесняться, из-под двери дует. Ведь... В отдельной квартире-то мы совсем недавно. Ну, Виктор-то вам рано начал помогать. Виктор еще рано. Студентом все лето работал, я помню. На Виктора я не обижаюсь. Прости, прости. Я вот, может, когда бываю не права, но... Еду к тебе, говорю себе, молчи.
Сгибайся и молчи. Зачем же сгибаться? Молчи, дело прошлое, ну не могу. Вот, Виктор, тебе мама, мама, а у меня, ну, нож в сердце. Не могу. А кто же я ему, как не мама? Мама, мама. Только я тоже право имею. Никакого права ты не имеешь. Никакого права ты не имеешь. Всю жизнь только о себе думала. Привыкла на готовенькое. Как ты можешь так говорить? Я на готовенькое. Я столько пережила. Ты когда в 46-м освободилась, потребовала Виктора к себе. Я же слова не сказала, привезла. А как ты с ним два эти года в старом осколе просуществовала, когда он после каникул возвращаться к тебе не захотел? Ты его настроила. Мальчишку в колхоз работать направила сама на легкой вакансии. Я больная приехала. Больная? Только там лагерь-то тоже себя не очень утруждал. В медицинской части сидел, сама же хватит. Да что же мне смерти самой искать, что ли? И все эти годы я же тебе помогала. Война, эвакуация, двое детей. Арсений Васильевич на фронте. Я сосны в тайге валила. Я тебе, чтобы тебе посылки и деньги посылать. От детей отрывала, от тебя посылала. Вот пострадавшие. Оказывается, некоторые пострадавшие не хуже других жили. Ой, какой ужас. Я не пожелала бы тебе такой жизни, как ты когда освободилась в части. В 46-м году, а все порядочные люди 10 лет спустя. И вот с того самого года ты на моей шее сидишь. Все, и работы по специальности не было. В колхозе устроилась не по специальности. Бухгалтером на карьере в Потерпуховом. Сократили, не знали, как избавиться. А по-твоему, я на заводе 5 лет до пенсии не работала? Да брось-то, какая там работа, вдовьи слезы. Не знали, как а что избавиться. Я не понимаю. Да каждый раз я еду к тебе и говорю, зачем? Зачем я сюда еду? Господи, Боже. Это какой же ужас. Я даже не понимаю, что же это значит. Ну, что же это такое? Я тебе просто скажу. И Валерия Яновича никто бы пальцем не тронул, если бы не ты. Это ты все его подстроила. Ведь это же голубь был, да, а не человек. Умная, образованная. Прокурантка ты. Прокурантка, правильно про тебя отец говорил. Прокурантка. Очень что просто. Это значит? Очень ты, просто. И Валерия Яновича ты... погубила. И Лузыкуева тоже. Да Лузыкуев-то еще, Господи, Боже мой. Так у меня не время, у вас с ним роман был. И не просто роман, тебе этого мало было. Надо, чтобы шум на всю республику был. Пьется в наркома и Дашенька Корсакова. Ах, Дашенька Корсакова всегда на первом плане. Всегда вместе. Ну это как ты с тобой курорт вместе, за границу вместе. Боже мой. Чего ты бы стукалась? Понимаю. Понимаю. Зависть. Зависть, черная зависть. Я хоть в жизни особого счастья не видел, но прожила ее честно и достойно перед людьми, Богом чиста. А я не чиста. Не меня судить. Ну, это спасибо. Зависть. Что ты смеешься? Потому что я счастливо жизнь прожила. Клянусь. Клянешься. Ты вспомни, какой я молоденькой была. Да, уж вспомни, вспомни, вспомни. Да, конечно. Да. А ты вспомни, какие мужчины меня окружали. Тот же Лузыкуев. Когда мы были в Германии, женат его темный, Займака, а я. Какие могут быть сравнения? Ты вспомни, какое Боже время мой. Было, какое время-то было, да? Как всем трудно да? было. Тебе было трудно особенно. Голодали ведь почти. Да, а что? Да, не, да. А что мне? У Арсения Васильевича, кроме портмаксимума, ничего и не было, не то что у вас. Вот я и не хотела, как все. Вот я и не хотела, даже как тот же Валерий Янович. Ах, что скажут люди, ах, боже мой, а для чего революция была? Чтобы у всех было все. Насчет других. Ой, какая же ты курица. Ой. Ты ведь была курицей, ты курицей осталась. А ты представь себе на одну минуточку. На одну минуточку, ты же маленькая была, ты же ничего не помнишь. Ты представь себе, что в один прекрасный день ты просыпаешься и понимаешь, что вот ничего этого больше не будет. Ничего. Ни нашего всемогущего доброго папы, ни няни Груши. Ничего, ни гостиной, ни святок, ни пролетки, ни любимой лошади Фани, ничего. И только один всепожирающий пожар на весь мир, который подбирается к твоему дому и однажды пожрет. Все. Он пожрет твою детскую, твои бязевые утренние платьица, твои... А тебя, нежную, хрупкую, молодую, бросит солдатам, мужикам, патрульным.
под выстрелы. И никто, никто, ни растерявшийся отец, ни мама, никто, ни даже ты, маленькая Олечка, никто тебя не спасет. Тебя отдашь Корсакову. А так хочется жить, смертельно хочется жить. Хочется, хочется счастья, хочется радости, хочется праздника. Мужчин молодых, красивых вокруг. Рядом хочется, хочется свободы. Всякой, ото всех. От вас с папой, с мамой, от себя в прошлом, от себя вчерашней хочется свободы, хочется авантюр, хочется повелевать. И неважно кем, неважно во имя чего, потому что хочется жить, 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 жить. Получилось, подгорело. Вкусно, вкусно. Как ты такую прелесть из овсянки делаешь? Не понимаю. После войны Геркулес появился, научилась. На 70 рублей семью не больно пошикуешь. Помнишь, как мамочка говорила, голь на выдумке хитра? Руки у тебя золотые. Вкусное печенье. Что ж ты так за Мишку-то переживаешь, боже мой? Ну что ж, да не бери ты так близко к сердцу. А что же мне еще-то брать к сердцу? Хотел куда-то к друзьям, еле отговорила. Слушай, а чего ты он в Англию не поехал? Он же собирался. Не знаю, не захотел. А или его не захотели? Язык у тебя, Даша. Знаю. Боже мой, сколько мне... За мой язык в жизни вытерпеть пришлось, и ничего с собой поделать не могу. Если вспомнить, где ты только не училась, в университете, и на медицинском, и музыка, и языки, я с людьми так и не научилась. И не научусь, поздно, поздно. Я заискивать, заискивать не умею. Зачем заискивать? С людьми не просто, а без людей еще хуже. Не знаю, не знаю. Знаешь, как мама говорила, ты ему петельку, он тебе крючочек, пойдет веревочка. Веревочка вица. Нас не будет, она будет виться в детях, в наших внуках. А внуки-то хороши. Что Танька, что Валентин, красавцы, а все Виктора. Тут, конечно, что-то тебя не очень признают. Ну, так, милая, я ж бедная, от меня подарочка-то не дождешься. А я ж-то пенсионер. Ну, ты... Тебе Миша помогает, он же добрый. Да, Мишу мне грех жаловаться. Если что получит, сразу Даша. Да. Это да, это да. Он когда меня увидит сразу, Даша, как у тебя настроение? Я только пожаловаться хочу. А он на ходу бумажку сует. Пусть у тебя, Даша, настроение будет на четвертной получше. Деньги его испортили. Да не деньги его испортили, это ты его испортила. Нельзя так сына любить. Ты откуда знаешь, как надо сына любить? Знаю. И он Виктора так любил, что он убежал от тебя. А ты что? Ты что, не помнишь, как я его от сердца отрывала там, в старом Осколе, когда с тобой отпускала, чтобы он с голоду не умер? Не помнишь? Это же голод, это же ужас, это же входишь в избу, там на печи бабка лежит со вздутым животом, а на лавке мальчишка черный, уже синий, уже ничем не поможешь. Господи, война же только кончилась, а каждый день кто-нибудь взрывался, тащит плуг, зацепит за мину, и все же воздух. 24 человека в нашем...
Боялась, разве только этого боялась. Боже, всего боялась, всего. Участкового боялась. Председатель колхоза боялась. Баб наших местных боялась. Ужас. Газету в руки брать боялась. А вдруг там новый указ? А за вас боялась, как боже. Так знала, что вы есть, хоть Виктору пропасть не дадите. Знала же, что вы по краю ходите. Не мы одни. Все ходили. Это, знаешь, надо только там, оказавшись, узнаешь, где подлинный край. Дашенька, ну ведь выжили как-то. Выжили? Выжили как-то, да? И ты. Миш, мы посылки тебе посылали с проводником, да? Помню. Ну ты что, Дашенька? Ты спросила, как я выжила. Знала, что сын есть. Вот и выжила. А как? Понять не могу до сих пор, как в Старомосковле выжила, как в лагере. А как сейчас живу? Ты уж извини, что я сорвалась сегодня, приехала. Но ведь... Виктор, он же должен меня понять. Он должен меня понять. Дашенька, Дашенька, перестань. Ну, перестань. Ты такая стойкая. Я ребятам тебя в пример ставлю. Вон, посмотрите на Дашу, как ей тяжело. Насколько тяжелее, чем нам, а она не сдается. Держится. Примерно, да. Молодец. Я думала, конечно. Я же понимаю, каково тебе. Дай потомку. Ну, хватит, хватит. Чего ты сегодня разменились? Да перед смертью, к черту, наверное. Ай-яй-яй, это всегда успеется. И вуаля, Анку, бля. О, куда? А! Ах, ну ты подумай, все-таки ушел. Господи, ты не переживай так за него. Ой, ну никогда ничего не поймешь. Может, завтра вернуться, а может, только через месяц. Да куда он денется? Калки, наверное, свои отправился. У нее там вертеп какой-то, я думаю. Жениться-то он не собирается? Ну, так ему и позволила. На 3 года старше, и сын уже в школу ходит. Ну, а чем плох сын? Может, своих не будет. О, кто? Ну, всяко бывает. У нас уже есть. О! Как ты ночью признался, от кого сказать не хочет. Да ты что? Так. Да что ты говоришь? Бабка и уже стала. Слушай, дала ты ему волю. Ведь такая любовь тоже в тягость. Ну, он этого не говорит. Не говорит, так думай. Жалеть объяму. А ты откуда знаешь, что думает? А я как же? А как же я? Всю жизнь одна живу. Можно сказать, и ничего. И кошка живет, и собака живет. А, спасибо. Большое спасибо. Ну ладно, ты. Нет, просто, спасибо, да. Что с кошкой и собакой сравнил. Большое спасибо. Даша, вечно ты из любой ерунды историю сделаешь. А ты думаешь, я не знаю, почему ты так Виктора любишь? Привыкла и люблю. Да ладно. Чего там? Только я всегда это знала. Что ты знала? Ладно, на старости лет вспоминать. Но при удобном случае я Виктору обязательно расскажу. Только посмей. А ты что, меня не знаешь? Знаю, знаю, очень хорошо знаю. Ну, а если ты меня знаешь, так ты должна понимать, что я всегда своего добьюсь. И звонка Виктора сегодня дождусь. И непременно ему все расскажу. Ну, скажи, чего тебе не хватает? У тебя хорошая комнатка, со всеми удобствами, электричество, свой угол, тихие соседи. Если бы могла, с удовольствием с тобой бы поменялась. Только что ты не меняешься. Да потому что хочу, чтобы умереть спокойно, чтобы никто от меня ничего не хотел.
от тебя никто ничего не хочет. Это ты от всех все требуешь. Ну, я все, я требую. Ты же ведь всех все время тебенькаешь. Ну, ты же ведь Виктор-то, когда женился, он же от тебя сбежал. Я сама не захотела. Сыну своему жизнь заела. Я ему мешаю. До 30 лет он из-за тебя не женится. Ну, он же ведь порядочный человек, он знает, что ты ни с кем уже не уживешься. Я с 14 соседями уживалась. О, так это же посторонние. А со своими ты же всех поранжил. Арсений Васильевич. А что Арсений Васильевич? Он старый был. Он знал, что он без тебя шага не ступит. Ну хватит! Я тебе сына спасла. 100 раз слышала. 1000 раз. Только ты не мне сына спасла, а себе. Ой, я убью сейчас. Себе. А уходи. Я Виктору все скажу. Ну зачем ты пришла? Мучить меня. Я Виктору все скажу. А непременно все скажу. Непременно все скажу. Непременно все скажу. Уходи отсюда. Какая красавица. А я ужас. Ну почему же ты меня всю жизнь мужчины любили, а не тебя? Кто тебя любил? Кто тебя любил? Кто меня? Тебя любил? А Агнепцев? А Лузыкуй? А Валерий Яныч? Про Валерия Яныча не смею вспоминать. Вспоминаю, потому что я была его женой. Уж какая ты была ему жена, можешь мне не рассказывать, грех один. За всю жизнь ни разу обеда не сварила. Да нужно быть таким святым человеком, как он, чтобы все тебе прощать. Потому что он меня любил. Он любил меня, понятно? Меня. Не знаю, простил он тебе на смертном одре или не простил. Уж не такой он был святой человек, чтобы не понимать, кто его на тот свет отправил. Не знаешь и не говори. А ведь ты весь в него заметила? Заметила. Заметила. Заметила, как горшки за ним выносила, когда из болезни вытаскивала. Мой. Уж как ты не настраивала его против родной матери, а он меня мамой называет, жалеет и любит меня. Меня. Как у тебя язык повернулся после всего, что я для тебя сделала? Ты меня гнала всю жизнь из дома. Гнала, ты меня простить не могла всю жизнь. И не прощу. Не прощу. Все горе. Все беды, которые на нас свалились, все от тебя были. Если бы не ты, я бы другую жизнь прожила. Не прожила бы. Прожила. Не прожила бы, потому что ты курица. Не могу я больше одна, не могу. Я старая, мне забота нужна, мне родные лица нужны, не могу больше. Опять ты на шею. Я в Москву хочу. В Москву хочу Новый Арбат посмотреть. Хочу в Третьяковку, хочу с внуками и сыном большой пойти. Я бабушкой хочу быть. Ну, будь, кто тебя не дает. Только сыну жизнь не порти. Мне Виктор прямо сказал. Если ты против, я в Москву не поеду. Мне надо знать, что ты меня отпускаешь со спокойной душой. Оленька. Милая. Поедем вместе. Знаешь, в Москву. Оленька, ну ты послушай, ну поедем вместе. Ты знаешь, ему квартиру еще больше дадут. И будем вместе, как раньше. Как при папе. В гостиной лампу зажигать. И будем играть в 4 руки. Рехнулась. Бетховена, помнишь? Давай, сыграем, а? Олюшка, сыграем вот это. Вот это, помнишь? Подсаживайся. Поехали, Олюшка, он тебя послушает. Во-первых, меня никто не звал. Не говоря уже о тебе. Во-вторых, у него свой дом, своя хозяйка. А я на вторых ролях не привыкла себя чувствовать. Ах, знаю я тебя. Ты и Мишку, и Виктора от себя отпустить не хочешь. Да, не хочу. Они мои. Вот именно. Ой, о чем мы говорим? Может, еще Виктора в Москве не утвердят? Утвердят. Утвердят. Таких, как он, днем за днем поискать надо. Это да. Только работа и живет. Для него только работа существует. Ты
посмотри, ты посмотри, как он одет. Ну, в чем? Ну, что носит? Это уж Лида. За границей жил и зарплатой. Причем здесь Лида? Лида. Другой бы сам о себе позаботился. Мишка-то вон как одевается. У Мишки вкус отменный, весь в деда. Деда когда жил? У провинциального журналиста какие возможности? А, помнишь, как мамочка говорила? Купишь, уехал в Париж. И еще не вернулся. Слушай, а ведь Виктор ему много привозил, Мишки-то. Любят они друг друга. Ох, не любят. Не то, что мы с тобой. А чего мы с тобой? Уж мы ли не сестры? Уж мы ли не сестры? Мы ли друг вот друга не любим? Мы ли? Господи, где я только не была, всегда сердце о тебе болело. Да, и всегда знала, болела. Есть Олечка. Всегда спасет, всегда поможет. Ой, не ценишь ты. Что такое? Виктор? Да нет. Виктор! Это у нас заблокированный. Ой, Господи, святой. Не звонит. Ой. А ведь всегда после 6 в конце рабочего дня обязательно. Аккуратный. Весь в отца. Тот аккуратен был до болезненности. Валерий Яныч. Господи, а кто же еще? Тебе все останется. Он, не волнуйся. Разве сама не видишь? Виктор вылитый, Валерий Яныч. Ну ладно, прекрати. Ой. Кто едет, Виктор? Все. Сколько раз уезжал, не волновалась, а сейчас чувствую последний раз. Вот и поедем в Москву. Вот и поедем в Москву. Ведь он не посмеет тебе отказать. Ведь одного твоего слова достаточно. Одного. Фантазерка. Какая ты все-таки фантазерка. Куда мы ему? Зачем? Обуза? Ты Лидины слова повторяешь. Трава Лида, когда говорит, свекла хорошо, а мне счастливые две достались. Вот это тетя, живот рвала. Да не сможет она с тобой жить. Почему со мной, с тобой? И со мной не сможет, и я бы не смогла. Вот если Мишка женится, ни почем с невесткой жить не соглашусь. Да, пусть ищут комнату или меня в дом для престарелых. Да, тебе. А в дом что, какая-нибудь особенная? Поедем в Москву. Ольга, ну поедем. Я в Москве последний раз в 39-м году была. Как раз сельскохозяйственная выставка открылась. Подожди, в 34-м году? В 39-м. Я читала. И мне в 39-м. Да, ты только что читала. Я не знаю, что ты там читала. Я прекрасно помню, как мы приехали с ребятами в Москву. Арсению Васильевичу как раз персональный пропуск дали. Идем мы по выставке. Мишенька, значит, у меня на руках, ему всего полгодика, а Витюшку за руку веду. Народ ищу. А на мне платье такое вишневое. Из фальшежа. Помнишь, какая красивая платье? Арсений Васильевич еще молодой. Какой же молодой, тут же аксист. А каким молодцом держался? Ну какой же он молодой? Ну ладно, в войну-то он по годам уже старик был, воевал. Молодцом? Ну да. Что, ты даже здесь соглашаешься? Да нет, молодцом держался, молодцом. Мы уже о его годах заговорили. Идем по выставке, значит, я в своей фаршетке. Витенька всего боится за ручку. Я его держу, вцепился в меня. Потом его на пони катали, посадили, значит, в колясочку. А он прям так с меня глаз не сводит. Глазенками так вцепился, прямо в шею выворачивает. Пони остановился, он ко мне бросился со всех ног, запыхался прямо до того, что сказать ничего не может. Я говорю, ты что, Витенька, лошадки испугался? Нет, тетя Оля, я боялся, что ты уйдешь, а я за тобой не успею. Бедный Мопфа. Ничего, опять слез. Ай, как подумаешь, что пропасть мог вполне. Но ведь не пропал же, не пропал? Потому что в семье. Да. Потому и добрый, и порядочный. Пример перед глазами. Ну, Арсений Васильевич. Хотя бы. Например, как он к тебе относится. Да. Я уже о себе не говорю. Ну уж, милый мой, ты у него на первом месте, тебе и внимание, и подарки. А ты заметил, он же нам одинаково из-за границы привозит. Да, действительно. Чтобы тебе не задеть. Слушай, какой у тебя чудный костюмчик-то привез. Да. А правда, милый мой, у тебя и фигурка, как у девушки. Это не то, что...
Перестань ты. А ноги какие до сих пор. Вообще у нас самое красивое было. Чего это ты вдруг? А глаза? Ты вспомни, как ты весь Томск с ума сводила. Как мамочка говорила, красивые не знаю, а молодыми все были. Да. Чего? Опять свой костюмчик в комиссионку отнесешь? Ты думаешь, легко на пенсию прожить, мой, милый мой? Ведь 53 рубля, хотя об этом говорить. Сыном-то провинциальное спа. Провинциальное? Если бы я одна жила, я бы... Мне бы на рубль легко говорить. Бы, а... Я ведь действительно не могу себе позволить... Сезонный билет на электричку. А зачем тебе сезонный? Как зачем? Что тебе каждый день в городе делать? Господи, ну я к вам чаще приезжала. А вот и лучше без сезонного. Ой. Жестокая ты все-таки. Какая есть. Мон анфан. Ну что мы все время ссоримся? Я вот возвращаюсь к себе в Русановку, думаю, все, все, ни шагу, ни за что. Проходит несколько дней, начинаю с ума сходить. Как вы тут? Как Мишка? Не звонил ли Виктор? А? Или во сне тебя увижу? Вот в среду. Вижу сон. Тебя и мамочку. Помнишь сад наш за университетом? Вижу сон, что... Вы в белых платьях, мамочка молоденькая такая, гуляем в саду, и ты вроде бы венок плетешь, и вроде мне улыбаешься, а мамочка ушла вперед, далеко уже, поворачивается и зовет тебя. Ты помнишь, как она звала так нежно-нежно? Девочки, идите сюда. Плохой сон. Когда покойники зовут. Да. Я, ты сходила с ума весь день. Я в среду хотела тебе дозвониться из Русановки. Ну, даже не... и очередь к телефону, и потом абсолютно ничего не слышно. Мишка, кажется, у своей. Ай, ай, ай. И то, слава богу. Ну что ты? Да. Ой, Господи. Это плохой сон. Перестань, перестань. К концу. Перестань. Все хорошо. Все хорошо. Бедная наша мамочка. Не было у нее в жизни настоящего счастья. Вспомни, сколько с отцом намучилась. Дома не сидел. То по заводам конным, по ярмаркам. В Москву отправится, за границу уедет. Она все одна и все дети. Странно. Рождаются люди, умирают. Зачем нам все это? Помнишь, как у Северянина, да? Летят, летят песчинки навстречу бытию. Крестины и поминки, вплетая в нить свою. А, не у северянина, у северянина утрушаетесь. У северянина. А почему ты говоришь, что бедная наша мамочка? Почему ты считаешь, что бедная наша мамочка? Да мамочка наша счастливая была. Как она отца любила? Ты же маленькая была, ты же ничего не помнишь. Боже мой, как она любила отца. Он когда возвращается, она выбежит в комнату и вот так ручки в кулачки сожмет. И дрожит вся, чтобы ему на шею не броситься. Деликатная была. А этот 2-3 дня побудет. И поехал куролесить. А вон, как она говорила. И девчонка не одна меня, все в отца такие, такие же лихие. Да, да, да. Лихие. Лихие это есть. Лихость это есть. Ой, Господи. Оля, какая библиотека была. Ой, помнишь, какая библиотека, как он книги любил читать, как обложится, читает запоем, выписки какие-то делает, даже к столу не выходит. Да.
мужики к нему со всей округи. Да, со всей, да, он да, для да, них да, единственный да, адвокат был. Так вел, ездил по их делам и к губернатору, да, и да, в Москву, в Сенат. Ну, так, нет, любили мы же, его. Мы же выжили благодаря этому во время революции. Все же пожили кругом. Ну. Слушай, а ты помнишь, как он пел? А как он пел? Какой красивый. А голос какой был? Бас. Колоссальный же бас. Не искушай меня без нужды. А как он привез наше золото в дворянское собрание? Положил на стол, жертвую бедным и покалеченным, но боюсь, попадет богатым и здоровым. Все-таки был удивительно талантливым человеком. Ведь все, что он не делал, за что не хватался, все у него получалось. И тут же все бросал. Тут же. А здоровый физически какой-то. Тройку мог остановить. Здоровый, здоровый. Господи, вот так, знаешь, повспоминаешь, и легче станет, правда? Виктор, скорее, ну скорее же, господи. Ой. Да? Михаила Арсеньевича? Нет, нет его, кто его спрашивает? Неизвестно, когда будет, позвоните завтра вечером. Кто? Женщина. О, это та, что с ребенком. Нет, молодой голос. А-а-а. Молодой голос, по-моему, в театре работает. Милый мой, актрисы это я тебе тоже доложу. Ну, все лучше, чем старые глянцы. Оля, Оля! Что за манера? This is my life. Потому что у родителей спрашивали, когда замуж выскакивали, а? Тогда не до нас было. О, очень даже до нас. И очень даже старики за нас переживали. Просто никогда не хотели вмешиваться, потому что боялись нам жизнь испортить. Это мы сейчас все знаем. На ком жениться, когда разводиться, все абсолютно. О. Когда ты за своего Амницева выскочила, ты же у отца совета не спрашивала. Так дура была. Он же враг был, трус. Что он только не нес. И что он на красных работает. И на английскую разведку. Это ужас какой-то. Ты любила его, да? Ой, он, что ты понимаешь в любви, мама? Я не понимаю. Не-а. Чему? Ну, потому что ты никогда в жизни, в сущности, всерьез никого не любила. Я не... Ах, прости, ты сейчас скажу, что ты Арсения Васильевича любила. По-своему, да. По-своему. Вот именно по-своему. Да ты вспомни, что он для нас сделал. Ведь если бы не Арсений Васильевич, ни Виктору, ни тебе, ни мне бы не выжить. А кто что имеет против Арсения Васильевича? Только мы о другом сейчас говорим. Мы говорим о любви. Хорошо, а Митя? Куда? Хороший человек, хороший, но ведь... Какой хороший-то. Уж какой хороший-то. Это ведь он меня в Москву в 26-м году привез. Какой-то совершенно вне жизни человек, только свои самолеты на уме. Да. Как убежит с утра в свои цаги, так днями пропадает, домой не возвращается. Веселый такой. Давай не будем вспоминать. Давай не будем вспоминать, а то тебе опять плохо станет. Оленька. Ну вот. Все. Ой, да. Ой, все. Ну как сейчас перед глазами стоит. Все. Я как раз на аэродром приехала, когда они в воздухе были. Вижу, самолет кружит и никак сесть не может. Все. Бензин кончился и слишком низко, но мне потом объяснили. Потом он снова зашел на посадку и прямо на моих глазах. Господи, где у тебя лекарства? Господи, боже мой. Воронка глубокая. И больше ничего не помню. Да. Хороший человек был, Очень хороший. Все. Мне всю жизнь хорошие люди попадались. Конечно. Что Митя Кулев, что Арсений Васильевич. Конечно. В молодости никто никогда не обидел. А тебя и невозможно было обидеть. Почему? Ну, то, что я такая святая наивность была на лице. Я же помню. Я желаю был зверем быть. Вот Митя Кулев и не устоял против твоей наивности. Конечно. Правда, и сам его любил. Он любил. Он, а ты увлеклась. Яркий, талантливый человек. Веселый. А что у тебя, что ты до этого-то
Что ты до этого-то видела? Ну, Фа, ничего. Пишет барышня из провинции. Ну, из подозрительной семьи. Ты очень, ты, а что за тобой было-то? Чистота одна, да дворянская. Что ты из меня дурочку доделаешь? Ну, я просто хочу сказать, что отец прям удивительно тебя берегал от жизни. Ну, почему? Не хотел, почему, родная? Жизнь, правда, я понять, что? Никак не могу. Ты гречишься? Всю жизнь меня пытаешься убедить, что я никого... Да что с тобой? Я тебя вас ненавижу по-настоящему. Ну, если ты до сих пор не возненавидел, то уже не страшно. Страшно! Ты меня не видела, ты не знаешь, какая я в гневе. Какая? Буйная. Буйная. Это действительно страшно. А что? Это страшно. Вот когда с тобой все это случилось, надо же было что-то с Витькой решать. Я ведь его тогда просто выкрала, буквально выкрала, значит. У вас еще обыск шел. Я его в одеяло к себе прижала, и в машину. У него сердце колотится, дрожит весь. Домой привезла, дверь захлопнула. И что делать? На что решиться? И вот Арсений Васильевич нас тогда спас. Ведь мы даже еще расписаны не были. Принял нас молча, достойно, ни о чем не спрашивал. А какие у него потом неприятности на работе были. Еще. Сама понимаешь, в то время усыновить сына врагов народа. Можно сказать, всю карьеру себе испортил. Но никогда, никогда ничем не упрекнул. Ты говоришь, не любила. Каких-то постов полететь это. А зато счастье узнал. Семья — это великое дело. На следующий день мы расписались. И Витьку усыновил, свое имя дал. А Мишку уж потом родился. Я с ним счастлива была. Счастлива. Может быть. Может быть, мама. В ребятах от него много есть. Ну, нет, это уж... Много осталось. Они абсолютно другие. Абсолютно. Нет. Полных копий не бывает. Я надумал, Господи, действительно, пусть живут одни. Сами как вот, хотят. Сами вот, ошибутся, вот, сами себя попут. Сердце болит. Сердце болит. Вот Мишка ушел куда? Все думаешь, может... Совет твой пригодится, помощь твоя будет нужна. Все-таки жизнь прожили, что-то ведь видели. Ты как мамочка, знали бы, где постелить, где упадет, постели бы соломку. Да-да-да. Пускай сами. Вот пускай сами, без нас. Пускай. А ты к Виктору собралась. Знаешь что, Дашка? Что? Нет, серьезно. Что? Давай уедем вместе, а? Куда? 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 Куда глаза глядят? Кстати, мы уедем вдвоем, а? В Томск. В Томск, Томск, Саск. Поедем туда, где наша молодость прошла. Да? Конечно. Только ведь деньги. Какие деньги? Какие деньги? Поедем в Кисловодск, мамочкину могилку найдем, восстановим ее. В Ленинград поедем, в Ленинград. Москву. Москву. На сельскохозяйственную выставку, да? Да. А что, мы еще можем? Конечно. А деньги, не волнуйся, я все свои деньги со сберегательной книжки сниму и поедем в отдельном купе. В хорошем вагоне. Они пускай здесь как хотят. Пускай, ах, пускай. Пусть поживут одни, пускай поймут. Да, пускай. Ну, Дашка, ну ты такая умница. Чего ж ты всю жизнь такая дура была? Всю жизнь куролесила. А теперь вместе, да? Душа в душу, да? Телефон, Виктор. Ой, ну что ты? Ну иди же, что ты сидишь? Я сама сейчас. Я иду сейчас. Господи, да что же такое? Ой. Да что же это такое? Ну что же это? Я иду! Ой. Ну вот. Ну что ты сидишь? Ноги отнялись. О, Господи, ну где у тебя корвалол? Где у тебя что? Что ты смеешься-то? Что ты смеешься-то? Ну? Путешественницы. Да ну тебе. Ой.
Видели бы нас наши кавалеры, наши други из гимназии. Если бы наши кавалеры дожили бы до наших лет, еще бы неизвестно, как они бы выглядели. Может быть, хуже нас. Даже тот же Валерий Яныч, красавец. Поляк. Смешной какой. Ничегошеньки, ты в нем никогда не понимала, Дашка. Да? И вовсе даже он не смешной. Стеснительный. Совестливый, вот что. Помнишь, в Германию посылают, не могу строительство бросить. Орденом наградили. Я же не один работал. Все на юг, в Крым едут. А он тебе, Дашенька, там же толстяки худеют. В Ялте скука, Чехов оттуда рвался. Поедем, Дашенька, на Иссык-Куль. Хочу, чтобы совершенная красота каждое утро в окно смотрела. Видела, как ты его любишь. Видела, и кофточки твои самодельные видела, и цветы каждый день то, что ты приносила. Валерий все говорил, ну что Оленька на цветы тратится, они же дорогие. Выдумала, честно, выдумала. Он к тебе как к младшей сестренке относился. Я знаю, как он ко мне относился. Ой, ладно, поздно делить его, поздно, поздно. Тебе в голову не могло прийти, что он меня полюбит. Ой, а он тебя и не любил никогда. В конце концов, полюбил. Не, полюбил, я видела. Ой, хороша любовь. Прятали глаза, как гимназисты. Он меня любил всегда. Ты посмотри на фотографиях, как он на меня всюду смотрит. Везде. Посмотри. Нет, ты посмотри, посмотри. Да видела ты. Да посмотри, посмотри. Да видела я. Видишь, ага. Он меня любил. Меня, да, сумасшедшую, да, взбалмошную. Да, Санзе, да. Сплю, фоль, обондал. Да, сначала, может быть, любил, а потом... А потом я однажды вышла на веранду. Ну зачем? И увидела, как моя сестренка целует Валерий, как целует. Да. Парочка целовалась. Я тогда ушла, но ту же ночь Валерий мне сказал. Ну зачем ты все... Очень тебя жалел. Жалел. Неправда. Правда, Матвей, правда. Нет. Жалел. Видел девочку влюбленная, несчастная. Она что-то надеялась, интересно. Он бы никогда от меня не ушел. А я на это не надеялась никогда. А вот любишь ты, добивайся. Ни я, ни Валерий Яныч никогда не считали, что нужно в любви чего-то добиваться. Добилась тогда счастья! Ох, какая ты курица! Какая я была в молодости! Боже, боже, какая я была в молодости! Вот я понимала ее революцию, понимала, потому что свобода! Все запреты отпали, только ты и мир. Вот как сейчас космонавты. О, боже, как бы я хотела быть счастье космонавткой, чтобы... Опустела без тебя земля. Не могу. Правильно папа говорил, малая Дашку порвала. Дурочка, ничего не отпадает, ни совесть, ни любовь, ни порядочность, ничего. Ведь только они помогают выжить. Вот вы, Виктор, в меня, вот Виктор в меня. В нем есть мои качества, есть он темперамент. Ой, все мое, все мое, все лучшее мое. Нет. Бедный, даже отца никогда и не вспоминает. Ну, что ты хочешь, маленький был, Арсюша его установил, свое имя дал, честное имя, такое имя честное. Нельзя запятнать. Ничего ты мне оставить не хочешь. Дашенька, ну хватит. Ничего, ничего. А что это тяжелые времена дороже других вспоминается, а? Может, потому что выдержали? Человек в сопротивлении с цель жизни осознает. Если само собой в руки плывет, ни радости, ни горя, верно? Надо, пожалуй, собираться, уже темно. Телевизор у тебя не работает, так что... Ты что, звонка Виктора не дождешься? Ну, а чё ж ты уж мне из-за него и за всю мою жизнь все высказала, чё ж больше вот ждать. Поеду я в свою Русановку. Станции по шоссе 4 километра пешком. Откроешь дверь, темно, холодно, не топлено. Еще на поезд опоздаешь. А комсомол, это Тханган. Ой, это упущенные поезда. Ой. Я к тебе приеду на той неделе. Угу. Там нужно будет в сарае разобраться. Где-то должны быть Арсюшины сапоги. Господи. Жизнь прожита, ты все какие-то сапоги ищешь. Живу я, живу. Митя просил.
В Москве таких нет. Они уже сгнили, наверное. Дашенька. Не мы первые, не мы последние жили. Старались, чего-то добивались. Давай доживем без зла друг на дружку, ладно? Ты же знаешь, я тебя никогда не брошу. Знаю. Ты мне умная, самостоятельная, образованная. Я всегда гордилась, что у меня такая сестра. Даже поклонниками твоими гордилась. То-то же. Выпросить можно все, что угодно. Тем более у наших детей. Сама надо знаю. Мне. Сама знаю. Это, конечно, будет... Тетя рада, то лесом ли оставим эту тему? А хочешь, я к тебе приеду? Конечно. Я опускай здесь Мишка наконец один будет. Хочу, я только буду наезжать, приготовить или там убраться. Конечно. Ладно, и будем мы с тобой вдвоем. Вдвоем ведь не так одиноко, как космические братья, да? Только космические сестры. Светька, тебе трудно будет. И его ребятам, когда терпят и жалости, знаешь, что же не сахар. Не может быть, жить-то осталось. Жизнь осталась всего несколько лет. Всего. Всего, Господи. Папа тебя не понял бы. Да, Виктор, Витенька, это ты? Это я. Нет, все здоровы. Все. Да. Как у тебя? Вопрос решился? Да. Ну, поздравляю, поздравляю. Приедешь на той неделе? Хорошо. Даша здесь. Сидим, разговариваем, косточки перемываем. Кому? Себе, конечно, кому же еще? Да. Нет, не... она спит, не могу позвать. Да, спит. Не хочу будить. Витя, Витенька, у меня к тебе большая просьба, только ты ничего не отвечай, посоветуйся с Лидой. Возьми Дашу к себе. Да. Знаю, что трудно с пропиской. Да, ты постарайся. Постарайся ради меня, прошу тебя. Мне ничего не надо. Нет, я никуда не поеду. Слышишь? Я прошу тебя. Хорошо. Целую, сынок. Жду. Я не спала. А он что? Он-то что сказал? Он что, сможет? Сможет, сможет. Сможет. А ты что, плачешь? Помолчи. Ты плачешь? Помолчи, сказала. Ах, ну что ж ты так... расстроилась-то, Господи. Что ж ты так расстроилась-то? Ты не хочешь, чтоб я ехала? Но ведь ты же сама. Ты хочешь, чтобы я сама отказалась? Я хочу одного. И хочешь, чтобы я осталась. Пожалуйста, сойду. Ах ты, курица, ты моя курица. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сойду. Господи. А ведь ты меня
На 5 лет моложе. На 5. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Господи, ведь совсем недавно, ты помнишь, Олюшка? Мне 15 лет. Зажгли свечи. Сюртук. Мама принесла торт из картофельной муки. 15 свечей. Единственное украшение в маленьком домике на окраине Троицко-Савска. За окнами революция. Все неизвестно, и все прекрасно. И жизнь без конца и без края. Без конца и без края. Любовь. И кажется, еще месяц. Тремуа, троамуа. Наступит какое-то невиданное счастье. А папа, помнишь, папа подходил к роялю и тихонько пел.